Пане Сергію, ще таке питання до вас. А от як ви вважаєте, якщо накопичились якісь борги за комунальні тарифи у попереднього власника, яким чином захиститися від того, щоб ці борги не перекочували, якщо все ж таки не перевірити це вчасно? Тобто це борги переходять чи не переходять? І якщо вже така ситуація, коли є претензія якась, яким чином на це реагувати? Сначала отвечу на вопрос, что делать, чтобы снизить риски появления таких долгов. Безусловно, справки об отсутствии задолженности, но также не лишним будет прописать в договоре прямо пунктик, не все нотариусы это пишут, нужно, ну, вы имеете право, то есть вы пришли к нотариусу, нужно понимать, что нотариус засвидетельствует вашу волю, вы вправе внести стороны, договориться и еще туда 10 пунктов своих внести. Как бы, если нотариус вам говорит, что у меня болванка, я от нее не отойду, разворачивайтесь и уходите от этого нотариуса, то есть идите к другому, который внесет тот пункт, который вы попросите. Который... Главное, нотариус проверяет, чтобы эти пункты не противоречили законодательству. Этот пункт не противоречит законодательству, если вы напишете, что стороны договорились, что долги сторона, продавец оплачивает по такое-то число пользования, по дату выселения, которую запланировали в договоре. Часто бывает так, я согласен, что стороны говорят, а нам жить больше негде, мы сейчас покупаем, продаем свою квартиру, покупаем следующую на месяц на выселение, понятно. Для таких случаев вот отсечка до 30 числа ноября вы платите с 1 числа. Прописываются сроки передачи объекта, дата, есть дата сделки, есть дата, Дальше бывают случаи. Вот я, можливо, наприклад, писати у цей договір о том, что колишній власник повинен виселити всіх орендарів там за місяць до цього. Колишній власник не вправе, он не имеет права выйти на сделку, если там есть арендатор. Это стандартное, это условие стандартное, как раз это все нотариусы пишут, что гарантируется, что нет, да, что нет, но опять же, ну, всем можно написать, но не гарантировать это по факту. И на право арендатора подпись продавца не влияет, у него все равно право есть, если договор действительно и реально подписан. То есть это условие, но оно больше такой декларативный характер носит. То есть можно потом привлекать к ответственности имущественной такого продавца. Что бывает? Бывает, даже справка не помогает. Я начинал свой творческий путь в предприятии по газоснабжению, то есть, ну, то есть один из поставщиков услуг. Да? И вот приходит к нам новый главный бухгалтер и говорит, списали долги людям, ну и люди, соответственно, получали справки об отсутствии долгов, долги за сроком давности. Говорит, нет, не нравится мне эта история, давайте восстановим их в учете. Приходят люди со справками и, ну, и довідка протирічить фактичному обставину. Это, ну, на 99% защищает, но бывают нюансы и со справкой. Поэтому мы говорим, надо максимально и справки, и в договоре прописать. И, безусловно, если уже коллекторы приходят, когда у тебя договор, и просто вот, ну, человеку звонят, он берет вайбер, им скидывает там договор, где тут написано черным по белому. Не весь договор, а страничку. Ну, как бы отстаньте от меня, да. И уже люди поймут, что имеют дело, ну, как минимум, с человеком подкован. Да, который подстраховался, и он понимает, о чем говорить. И, как правило, на этом история заканчивается. То есть, как говорится, мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. То есть, все-таки, скрипя зубами, коммунальщики идут, ищут, куда переехал старый собственник, если сумма долга, ну, позволяет это делать в плане материальном. То есть, есть смысл экономически искать. Если нет смысла, там 500 гривен долга осталось, они машут рукой, и долг через 3 года списывается. Дякую.